Сегодня педагоги и научные сотрудники Брестского государственного университета имени Пушкина с гордостью говорят о том, что бразильские аметисты есть в их геологической коллекции. Минералы прошли большой путь в прямом и переносном смысле этого слова, прежде чем оказаться главными экспонатами кабинета. В апреле аметисты были задержаны на белорусском пункте пропуска Козловичи, и только спустя несколько месяцев они стали достоянием факультетской научной лаборатории. Эти аметисты прошли очень долгий путь. Родились они в Бразилии, затем их доставили на территорию Германии и с Германии перевозили на территорию России. И на Брестской таможне они были задержаны, они прошли экспертное освидетельствование. Аметист – одна из самых красивых и ценных разновидностей кварца. Его цветовая гамма колеблется от розовато-сиреневого до пурпурно-фиолетового. Минерал известен не только своими целебными свойствами. Его активно используют в ювелирном деле. Однако не только аметисты сегодня являются ценностью геологического кабинета. Здесь есть очень интересные экспонаты. К таким интересным экспонатам относятся гранаты, среди которых зеленый гранат, уваровит. Здесь есть и кроваво-красные альмандины. Здесь есть прекрасная коллекция натечных форм в виде арагонитов. Здесь собрана также большая коллекция магматических, метаморфических и горных пород. В коллекции геологического кабинета сейчас более 1500 экземпляров. Все они – результат плодотворной работы инициативных педагогов, а также итог студенческих практик, начиная с 50-х годов прошлого века. Благодаря такой укомплектованности кабинет стал хорошим научным подспорьем для студентов и молодых ученых вуза.